Где товар? Ты что такой борзый? Валим, пацаны, подстава! Ты должен был их задержать, а не избивать. Еще что я должен был сделать? Мороженое купить и мультики показать? Да. Я хочу, чтобы менты наконец поняли, что в мои дела лучше не лезть. Должен был сидеть я. Они меня должны были взорвать. Сначала должен найти тех, кто это сделал. Дмитрий Лавров. Моих людей трогать нельзя. Ответка прилетает моментально. Чем вы руководствуетесь, капитан? Понятиями справедливости. Но иногда они не совпадают с законом. Уличное правосудие. Уличное правосудие. Иногда это единственный вариант. Премьера. С понедельника в 21.10 на НТВ.